Хай, пипа, бро, и это четвертый выпуск по игре Питер Пен. Прохождение Питер Пена на моем канале. Сегодня будем проходить в густом лесе комаров. Не помню, у меня вроде жизни 2 сердечка или 3. Надеюсь, пройдем. Короче, очень сложный уровень, но вроде бы это будет 5-й раз, когда я его прохожу. Думаю, сможем. Две жизни у меня осталось, ребятки. Возможно, сейчас пойдем покупать новые жизни у индейцев. О, они оторвались от нас? А, или нет? Нет, мне показалось. Они оторвались от нас, давай. Не успели, к сожалению. Давай, Питер Пен, лети быстрее, Питер! Лети со всей скоростью, с которой ты умеешь. Мы должны оторваться от этих комаров. А, все, здесь они нас не трогают, да. Они вон они, смотрите. Вон они внизу летают. Ладно. Наша задача сейчас пройти вот в эту потайную комнату. Привет, Питер. Привет, ребята, вы тут не видели кусок карты? Кусок карты? Да, мы видели его. Кажется, он находится в пиратской лагуне. Слетай туда. Спасибо, ну бывайте. В пиратской лагуне? Стоп, это не то, что я думаю. Пожалуйста, только не череп. Там очень сложно. Все отлично. На уровне очень дует ветер. Удачи, Питер. Хотя бы жизни пособираем немножечко. О, потайное место. Ну, тут ветра нет хотя бы. Может, подождем, пока ветер закончится и вернемся сюда. О, еще одно перышко. Сюда. Давай, Питер. Ой. А, в смысле, ты что, сюда что ли летишь? Их не поймешь иногда, как они летают, какой траектории. Моя вина. О, как я ювелирно сделал, видели? Да ё-моё. Thank you.
Давай, 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 Питер. Ой, две жизни. Ты нашел кусок карты. Отлично. Все, уровень пройден. Ой, блин. Как я в детстве играл в эту игру, я не понимаю. Питер! Крюк, он похитил наших друзей. Теперь нам не с кем играть будет. Пираты, где же они их держат? Мы точно не знаем, но, по-моему, тебе стоит слетать к горе Черепа. Посмотри, что там. Ну, Крюк, ты напросился теперь на трёпку. Ну чего же ты ждешь, Пен? Лети, помоги им! Ну ладно, Тинг, полетели, посмотрим, что там. Блин, только не Череп, это самое ужасное. Самое страшное и сложное, что может быть в этой игре. Ой. Что-то мы тупим вообще. Еще одна, что ли? Блин, да вы задолбали, пираты. Где вас только нет? Две жизни у него, да? Сейчас мы попробуем. Всё, нет. Был пират и нет пирата, как говорится. Я же говорю, страшный уровень. Смотрите, мельницы какие-то с шипами. Рискнул и потерял жизнь. Так что не будем больше рисковать. Будем делать аккуратненько все. Ты смотри осторожнее с этими пушками, которые стреляют по тебе. Не думай стрелять в них, окей? Окей. Капитан Крюк везде своих пиратов рассадил, чтобы я не смог пройти просто. Вот поэтому их много. Всем сказал, типа, будьте там. Типа, не дайте Питер Пену пройти дальше, чем смогу я там. Что-то такое. Слушай, у меня больше 1000 перышек. Мы можем уже пойти сейчас в магазине закупиться нормально. Блин. Все, пора выбираться отсюда, ребята. Я уже устал. Я надеюсь, этого ключа хватит, чтобы выбраться. Ой, одна жизнь. Блин, дайте мне цветочек. Ой, благодарствую. Ой, благодарствую. Только не говорите мне, что опять этот пират. Yeah.
А, вот он, ключ. Надеюсь, это последний ключ. Неужели мы смогли выполнить этот уровень? Что-то детей не нашел. Да и, честно говоря, кусок карты я тоже никакой больше не нашел. Я думаю, стоит вернуться обратно в лес. Что ты хочешь сказать мне? Ладно, Тинг, в путь, туда, где мы нужнее. Где же этот кот Стинка Белл? Я его не вижу. Ах, вот ты где! Ты куда дел детей? У меня есть мешок, больше мне ничего не надо, ваших детей я не брал. Да? Вот черт, но все равно пират тебя побью. Побьешь. Это я сейчас буду пытаться это сделать. И получится ли у меня это, уже другой вопрос. Надеюсь, получится. You call yourself a pirate? No, I'm angry. Блин, ты достал меня. Блин, две жизни осталось, пацаны. А как от этой сабли уворачиваться? Блин, я не знаю. Как от этой сабли уворачиваться? Блин, слушай, если все два раза меня достанет, то все, мне хана. Да, как? Я не понимаю, ну... В смысле? Я же взорвал! А, надо прям под ним надо взорвать. Блин. Все, походу я проиграл. Я не знаю, как вернуться от нее. У меня одна жизнь осталась. Мысль, я же прям под тобой взорвал же ее. Я не понимаю. Что нужно сделать, чтобы выиграть? Продать душу дьяволу? Я в шоке. Пойдем к индейцу покупать жизни, блин. Не, вроде я понял, как первые два пройти, вот третий... Я не понял, там нужно несколько раз взорвать, что ли, или прям вообще под ним взорвать нужно? Честно, я не знаю. Это странно. Па-па-па-пам-па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 -
Все, погнали ему. Накостыляем сейчас. Где же этот кот? Ну, мультик мы не будем смотреть, смотрели же уже. Самое главное, чтобы мы сейчас прошли этот уровень, потому что иначе у меня начнется нервный тик. Я в детстве, помню, на этом уровне засел, очень долго не мог пройти. И сейчас, если засяду и встряну в нем, то это будет вообще... Готовимся. Бам! Упади уже. Так, теперь нам нужно как-то, наверное, вниз. Сейчас он пустит свою саблю. Так, пускай свою саблю. А, она второй раз слева летит, я забыл. Две жизни. А подожди, мы уже купили полностью все жизни. Что за бред? Что за бред? Мы же... А, слушай, я, кстати, походу понял, как уворачиваться от сабли. Надо полностью падать вниз, если я не ошибаюсь. Да, точняк. Нужно полностью падать вниз, и тогда она тебя не достанет. По-любому надо проверить это сейчас, лайфхак. Тогда мы, может быть, сейчас затащим. Смотри. Давай. Смотрим. Да, походу работает. Слева, да, наверное. А, блин, под ним надо было. Ладно, сейчас еще раз. Ну, мы уже знаем, как от сабли уворачиваться, так что все нормально. Пройдем сейчас. Я в детстве, кстати, не знал, что так можно. Ой, боже, какой же он мерзкий. Я уже начинаю злиться на него. Ой-ой-ой. Давай, пускай свою саблю. Достанет ли она меня на полу? Или не достанет? Не достанет, походу, твоя саблика. Так, а вот здесь сейчас надо будет постараться. В смысле? Она прям под тобой взорвалась. Питер Пен, да, Питер Пен. Что-то ты налажал. Я-то попал.
давай вниз. А в смысле, она достает, что ли? Да, чуваки. Теперь нам это нужнее. Это же мешок с фенным порошком. 48, 49, 50. Мистер Смит, вам не кажется, что мы ходим по кругам? С чем вы решили, капитан? Да потому что скелета этого постоянно вижу. Куда нас направят, интересно, сейчас? Наверное, на горы вот эти, где русалки. Или опять... Не, только... Ты молодец! И за это будет тебе приз. Новая магия Пикси. Да, на следующем уровне ты сможешь ее опробовать также в нашем магазине. Теперь ее можно будет покупать, как и жизнь. Кстати, точно, мы же победили вот этого с пыльцой. Мы мешок забрали, теперь мы можем с помощью пыльцы поднимать какие-то вещи. Вот. Правда, нам еще дудка нужна. То есть, помимо пыльцы, нам нужна еще дудка. А как мы можем сейчас пыльцу использовать, интересно. Ладно, ребят, на этом выпуск подошел к концу. Спасибо за просмотр. Ну, а с вами был Глюк. Счастья вам. И до следующего выпуска, наверное.